Всем добрый суток. Пойду разогрел, пойду покормить. Они что-то вообще магнитные бури, что ли. Все в один вольер залезли. Каюру. Представляете? Дурдом на выезде. Втроем. Дождик пошел, да? Втроем. Значит, в будке. Да. И Ачеза лежит на краю. Это же надо. Так. Шапку накину. Блин, дождик пошел. Мы уедем сегодня на охоту или нет, а? Ну это дурдом какой-то. Так, у меня две пачки кефира еще. Доехать в магазин хлебушку взять. Опа. Горячие. Вот я им разбавлю сейчас кашу и буду варить им по новой. Ой, какой дождик. Блин. Смотри, какой дурдом. Одна вышла. Вторая. Горячая. А почему-то все к ним ходят к нему. Ну и что вы тут? Я не пойму. А? Такой дурдом устраиваете. Это что такое? Злат, иди на место. Иди на место. Куда ты пойдешь на место? А это еще и с мячиком там. Иди на место. Злат, иди. Иди на место. Иди. Иди. Иди на место. Смотрите. Она мячик охраняет. Белка с мячиком. Так уже с другим каким-то. Миску перевернули. И что ты у каюра делаешь что-то? Ах ты хитрожопая. Она знает, что он наверху. Да. Ух. А че? Лаешь там из-за угла. Чес. Чес. Иди гуляй, каюр. Иди гуляй. Дождик идет. Я вас выгнал, а сам в вольере стою. Бел, где ты их находишь? Каюр, покажи, как отсюда ты открываешь дверь. Прыг. Заходите, будьте гости. Будьте как у себя дома, только не забывайте, что вы в гостях. Да, да, наверху он. Бел. Дурында ты. Сейчас чуть закончится, льет. Да. Видите, я-то походничаю уже одетый. Ехать. Заходи, заходи. Заходи, мой девочку. Я тебе сейчас. Нельзя. Ческа. Чеза. Что ты делаешь? А? Ну-ка, иди гуляй. Да, конечно. Все, в шестом вольере. Вот, смотри. Нашла моду. Никакой вообще деятельности нету. Охрана только. Овчарочный режим. Угу, конечно.
Выкинул-то я туда, в ту сторону. Златка. Златка. Сейчас что-то закончится, я этот. Прислониться надо. Медленно так паркуешься, как теплоход. Пароход к причалу. Бум. Бочинкой, да? Заходи, заходи. Каюр. А, каюр. Девки одолели твой вольер. Каюр. Мой мальчик, каюрчик. Да, одолели девки. Быстрее место занимать. Я вас сейчас кормить буду. Правильно, здесь вода вкуснее, да, Бел? Пойду варить вам. Дождик такой льет. Обезьян, ты что там делаешь? Чес. А, Чес? Чеза? Чеза? Чес? Чеза? Ческа? Чеза? Чеза? Ну гавкни. Чес. Чеза. Сейчас я, пока время идет. Пельмешки тут остатки с бульоном. Потом буду варить. Так, а чем мне помешать-то? Зла, ты что там делаешь? А? Бела. Все. Злат. Злата. Че, садись сюда. Злата. 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 Где она есть-то? Злата. Иди сюда. Иди ко мне. Заходи. Ну вот. Пережидает дождь. Думаю, где все собаки? Выпустила гулять. Ни слуху, ни духу. А они это. Выходят все. Одна Чеза здесь лежала с краю. Чеза, ну-ка ушла туда. Чеза. Что это такое? Не хочется за белки стоять. Чез, Чеза. Чеза. Ой, одну доску надо прикрутить. Снизу в шестом вольере не забыть. Так сухо у них здесь. Каюрчик текло вот сюда прям. На эту доску. Теперь все, в дождик, видите, стою. Чес. Ай, две. Та загрызает. А, да. Троллит она тебя. Хой тарать. Иди сюда. Иди ко мне. Чес, иди ко мне. Чеза. Все. Чеза. Чес. Чес. Чеза. Чеза. Прыгает обезьяна. Чеза! Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Иди, моя девочка. Ческа. Ай, ты моя девочка. Нельзя. Чё ты ее обижаешь? Ну, троллит она. Видишь, она сумасшедшая. Сейчас буду кормить. Давайте я вас закрою. Да, они. То, что мы пережидаем дождик. Да, просит. Просит. Пережидаем. Зашел в вольер и никак не могу покормить. Видите? Остаток пельмешек. Бульончик. С пельмешками. Там 5 штучек или 6, не помню.
дождь не дает покормить. Вот все в шестом, все в Каюрово, все у Каюрова в вольере. Кроме Чеза. Чеза, иди ко мне. Чеза. Чеза. Ну, две кукошки. Чез. Чеза. Каюр. 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 Сидеть. Сидеть. Каюр, сидеть. Злата, сидеть. Злата, сидеть. Сидеть. Каюр. 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 Выходи через Злату. Лапу ей протяну. А? Каюр. Каюр. Сидеть. Молодец, мальчик. Иди сюда. Змея маленькая. Иди. Вот все. Неугомонная. Сейчас буду кормить. Сейчас. Дождь идет. Видишь, какой? Это сидит как положено и лети. Ого, головой треснуться надо. Все тут. Прутья ходуном ходят. Ты сейчас буду кормить. Подожди, льет же. Нет там, нету. Я перекинул в шестой вольер. Паркуйся. Идите, Вага. А ты-то вообще не обговаривается. Прилеглась. И не дает нам уехать в лес никак. Златка хорошо сидит. А это на бочок. Каюр. Каюр. Молодец, мальчик. Что они за тобой ходят? Тебя там что-то подсматривают. У тебя что, там что-то выросло? Подросло? Девки, к тебе что-то, внимание. Какие-то неправильные магнитные бури. Да? Одолели, скажи. Квартиранки, блин. А, еда стоит там, да. А. Ой. И Чеза утра. Ага, переводит шутку якобы. Я вообще не хотел. А то на Чезе отыгрывается. Чеза. 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 Ческа. Чеза. Умничка девочка. Дождик идет, отряхивается. Заходи. Каюр больше не хочет вас видеть в гостях. Вы ему надоели. Вот как ехать, а? Когда льет. Ёкарный бабай. Что, Каюр? Чес. Не, не уйдут. Так, у меня кефир надо. Мне по любому магазину надо сейчас ехать хлеба купить. Хлебушка. Я приеду, вам сделаю еще полдник. Кефирчику с хлебушком сделаю. Да. Злат, ты достал-то у него там между копыт там что-то нюхать? Что у него там? Все нормально у него там. Хлебушку вам куплю, и мы перекусим еще кефирчиком. Я это уже в другой сниму это. Просит, просит, Чеза просит. Да, конечно. Дождь не дает мне как выйти. Аппаратуру жалко. Так. Каюрбан. Так, уши. Просит. Злат, иди сюда. Злат, выходи. Каша, каша, сустат. Всем по чуть. Иди кушай, Каюр. По чуть, по чуть. Бульончик жирненький, хороший.
Все, кушай, иди кушай. Каюр, иди ешь. Нас стесняется. Ох ты, Маруська. Ах, Маруська. Все по чуть. Мясо вон бери, ешь. Разбавил остаток каши. Сейчас буду по новой варить. А бульон пельмени делал. И пельмешки остались. Тоже сварил, все в пачке оставалось. Это очень много оказалось. Злат, выходи. Злат, выходи. Ешь. Вон и пельмешки, и мясо. Ешь. Перекусите, я пойду сейчас за хлебом тогда. Вот тогда сиди. Пойдем, Злат. Вот каюр у вас у всех двери открывает. Не, ест он. О, хорошо ест. Сейчас, Злат. О, тебе полная миска даст. Так, ешь лавровый лист. Если не съешь, значит заелись. Если лавровый лист не едите. Мне так батя подшутил один раз или два. Говорит, совсем лавровый лист не. Этот. Я вытаскивал, а зажрался совсем. Лавровый лист даже не ешь. Ну, якобы голодный год. Лавровый лист шел на ура. Все, я ухожу. Каюрбан. Пойду споласкивать и ставлю варить вам. Это уже другая история. Я поехал за хлебом, и кефирчик сейчас еще будет. Да. Такую погоду мы никуда не поедем, льет. Все. Давайте, не буду мочить аппаратуру. Всем пока-пока. Спасибо, что посмотрели. Пойду я. А то льет дождь. Дождь. Кушай. Все, увидимся. Ой.